Детское радио представляет сказки народов мира. Узелки Чулячаки. Перуанские сказки. У подножия высоких гор, где парят в небесах, широко раскинув крылья, гордые кондоры, в густых джунглях, где и в ясный день царит сумрак, живет лесной дух по имени Чулячаки. Бродит он среди зарослей и слушает, слушает зверей, людей, деревья. Слушает и завязывает узелки на разноцветных шнурках, кипу. Что не узелок, то новая история. Вон, глядите, еще один завязал. Это сказка о том, как у лягушонка драгоценный камень во лбу появился. У тихого пруда, на склоне горы, укрытой пушистыми облаками, жил вместе со своей большой семьей маленький зеленый лягушонок. Как-то ярким солнечным днем сидел он на большом камне на берегу пруда и мечтал. И вдруг заметил, что камень отбрасывает огромную темную тень. Она менялась с каждым движением лягушонка. «Как интересно!» – подумал он. Потом выгнул спину и поднял лапку. Тень превратилась в рогатую улитку. Лягушонок встал на задние лапки, и улитка стала большой-пребольшой. Лягушонок сорвал цветок лилии и загудел в него, как в рупор. Плюх! Это сестры лягушонка от испуга свалились в воду. Лягушонок рассмеялся, а сестры рассердились и утащили его в пруд. Тень лягушонка затерялась в воде. Тень на кечуа лянту. Про тень у кечуа есть много загадок. Послушайте, например, такую: ринчик рин, тиянчик тиян, хатаринчик хатарин. Мы идем, и она идет. Мы садимся, и она садится. Мы встаем, и она встает. Тень лянту. Время от времени, когда лягушонок играл с тенью, он мог видеть прекрасную девушку. Она спускалась по крутой горной тропе с корзиной белья. Над девушкой всегда парила огромная птица – кондор. Он был лысый, горбатый, с пучками перьев на тощей шее. Кондор выглядел страшным и злым. Он насмехался над девушкой, которую когда-то похитил у родителей. «Они забыли тебя. Ты будешь моей служанкой всю свою жизнь». Девушка ничего не отвечала кондору. Она только тихонько плакала. Звали девушку Калюр, что означает «утренняя звезда». Иногда она замечала лягушонка, и ее грустные глаза немного светлели. Однажды лягушонок услышал, как девушка просит кондора: «Милый кондор, пожалуйста, разреши мне постирать мою одежду, пока ты будешь спать. Я буду все время стучать палкой по воде, ты будешь слышать звук, значит, я здесь», — говорила Калюр. «Ну, хорошо. Только не вздумай сбежать. Не то я накажу тебя или съем», — ответил кондор и хрипло рассмеялся. Калюр спустилась к пруду и наклонилась к воде. Она плакала. Ее слезы попали на камень, за которым прятался лягушонок. «Не плачь, Калюр», — прошептал лягушонок. «Я помогу тебе бежать». От неожиданности девушка на мгновение замерла, а потом нежно поцеловала лягушонка в лоб и бросилась бежать. У кечуа есть два разных слова, которыми они называют лягушек. Те, что живут в воде – кайра, а те, что обитают на земле среди растений – чехля или челка.
Чтобы сказать не просто лягушка, а лягушонок, надо добавить в конце слова «ча». И получится не «кайра», а «кайрача». Точно так же получаются и другие ласковые слова. «Васка» – веревка, «васкача» – веревочка, «чупа» – хвост, «чупача» – хвостик. Кечуа говорят слова в такой ласковой форме гораздо чаще, чем мы. Лягушонок на языке кечуа – «кайрача». Лягушонок встал на камень так, чтобы его тень походила на тень девушки, схватил палку лапками и принялся стучать по воде. Палка была тяжелой, но лягушонок не переставал стучать. Когда кондор просыпался и смотрел на пруд, он видел тень, похожую на тень девушки, слышал звук палки и опять засыпал. А девушка тем временем спустилась в долину. Там жили люди, и она была в безопасности. Кондор выспался. Он подлетел к воде, но не увидел ничего, кроме сложенной одежды. А лягушонок в это время медленно подплывал к своему дому. Дом на кечуа «уаси». Это слово часто используют для того, чтобы сделать новые слова. Например, школа на кечуа называется «ячайуаси», что переводится как «дом знаний». Индейцы говорят «Васинчик пехина майпипа сканчу». «Нигде так нехорошо, как у себя дома». Правда ведь похоже на нашу поговорку «в гостях хорошо, а дома лучше». Дом Васи. Наконец, лягушонок увидел свою большую семью. Они смотрели на него с удивлением. Лягушонок взглянул на свое отражение в воде и с изумлением увидел – на том месте, где его поцеловала девушка, сиял драгоценный камень в форме звезды. С тех пор все потомки того лягушонка носят во лбу сияющую звезду. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы выучили три новых слова на древнем языке кечуа. Лягушонок – кайрача, тень – лянту и дом – васи. Сказки народов мира. Узелки чулячаки. Перуанские сказки.